Попугай кричит. Кокоду. Вот в этом же доме мы прожили 5 лет. У одной женщины, которая нам очень помогла сначала, когда мы приехали в Австралию. Вот сейчас она живет одна с 3 котами. Вот это Кэрамел котенок. Вернее, большой уже кот. Просто он до сих пор как котенок. Здесь интересные плоды у пальмы. Вот такие. Все пальмы разные, у них разные плоды. Вот это такая смешная. Вот еще один кот. И где-то еще третий серый. Вот как тут весело. Гундага собирает все вещи, но не для себя, а думает, что может кому-то когда-то пригодиться. И так полный дом. И так мы жили очень долго. Потому что здесь очень дорого снимать свое жилье. Хорошо, что эта женщина нам помогла. Там большой-большой бэк-ярд. Он такой огромный, как футбольное поле, но сейчас он такой заросший. Там дуб растет, вот это вот посредине, вот этот ствол, это большой дуб. А вот там вот вдалеке вот это сарай, это мой муж построил сам. Конечно, он выглядел более красивым, когда не был таким заросшим. Там еще дальше, далеко к лесу, есть тоже места много. А вот и третья кошка.